Всем привет, с вами мистер X. Сегодняшний урок будет посвящен атаке бомбардировщиков и штурмовиков. Многим интересно, как я атакую эти самолеты. Не то, что там понятие об атаке бомбардировщиков и штурмовиков, а многим интересно именно, как я это делаю. Многие бомбардировщики и штурмовики уже ощутили атаки, мои атаки на себе, и знают, что это очень эффективные и безопасные атаки, которые не наносят мне практически никакого урона. Итак, я пользуюсь несколькими правилами. Первое правило – это моя скорость всегда превышает скорость противника на минимум 150 км в час. И второе правило – я стараюсь не заходить противнику на 6 по прямой линии, чтобы не быть обстрелянным стрелком прицельным огнем. Поэтому все мои атаки строятся под углом. Невыполнение этих правил влечет за собой неисправность вашей машины. Также может привести к смерти пилота. Поэтому, если вы хотите правильно и грамотно, не торопясь, безопасно атаковать бомбардировщики и штурмовики, вы должны соблюдать эти правила. Давайте рассмотрим самую такую распространенную атаку. Это атака сверху, по прямой, без скольжения. Эта атака является довольно-таки эффективной и безопасной. Если у вас будет достаточно высокая скорость и ваш угол пикирования будет составлять не менее 45 градусов. Для того, чтобы максимально эффективно и быстро сбивать самолеты противника, не тратить на них весь БК, так как бомбардировщики и штурмовики это довольно-таки крепкие самолеты, вам нужно стрелять по самым уязвимым местам, таким как топливные баки, двигатели, кабина пилота, рули высоты и киль. Вот посмотрите внимательно, как я сейчас атакую. Посмотрите, я начинаю от кабины, заканчиваю килем и рулями высоты. Для чего атаковать киль, я вам расскажу в следующих примерах. Сейчас просто я вам хочу показать, как я пытаюсь разбить строй. То есть хенки идут как бы группой близко. Это довольно-таки опасно. Пытаюсь разбить их порядок, атакуя быстро, не задерживаясь на атаках. Сейчас опять пытаюсь пройти от кабины до хвоста и постараться запокашить пилота или срезать киль или рули высоты. Опять неудачно, я бросаю эти попытки, так как в принципе уже группа разбита и самолеты довольно-таки друг от друга далеко, и я просто делаю классическую атаку сверху. У меня довольно-таки хорошая скорость и очень хороший угол для такой атаки. Вот она, классическая атака. Атака сверху по прямой. Метимся в двигатель или в баки, которые находятся у основания крыла. Я начинаю стрельбу где-то с 700, бывает даже с 800 метров. Я всем советую стрелять, делать начальную стрельбу именно с таких расстояний. Если вы плохо стреляете, то можете начинать стрельбу с пулеметов, смотреть по трассерам, куда летят трассеры, куда идут попадания. Вы также можете делать, как сейчас сделал я, то есть я веду по траектории противника вдоль фюзеляжа, смотрите, беру упреждение, стреляю и смотрю, куда попадают пули. Попадают они в заднюю часть и в середину. Я делаю больше упреждения и с правого двигателя через кабину перевожу огонь на левый двигатель. Я убиваю пилота и наношу достаточно большое количество повреждений самолету, и он также загорается. Ну и что можно сказать, вы видите, да, то есть большая скорость, очень хороший угол, стремительная атака, точная стрельба, и никакой стрелок вам ничего не может повредить. Следующая атака отличается от предыдущей тем, что мы заходим сбоку, и наш угол, да, происхождения с противником, он будет намного меньше, где-то 20-30 градусов. Смотрите, что я делаю. Я, значит, ложу самолет на правое крыло и веду прицел по траектории противника, стараясь стрелять от правого топливного бака в основании крыла через кабину, через хвост, выходя на левый двигатель. Давайте рассмотрим сейчас
такую атаку поподробнее, и я постараюсь вам все объяснить. Для того, чтобы делать такую атаку, вы должны подходить к противнику сбоку. Угол спуска должен при подходе к противнику составлять где-то 20, ну максимум 30 градусов. Для чего это нужно? Если вы будете заходить на низколетящий самолет, как сейчас самолет идет у земли, то при большем угле у вас большая вероятность после атаки врезаться в землю. Преимущество такой атаки в том, что при такой атаке может нанести ощутимый урон даже пилот низкого уровня, пилот, который не очень хорошо стреляет. В прошлых уроках я рассказывал вам, как вести заранее упреждение противника перед атакой. Сейчас я не буду рассказывать, если кто не смотрел, то посмотрите этот урок. Итак, я выставляю упреждение заранее. Как вы видите, упреждение довольно-таки большое, так как до противника не такое малое расстояние. Что я делаю? Так как я захожу сбоку, вы видите, что левое крыло у меня наклонено, я просчитываю траекторию противника, приблизительно вот такой вот будет траектория, и веду противника по этой траектории. Я начинаю стрелять, и по вспышкам на фюзеляже противника я регулирую свое упреждение, и дальше смотрите, что я делаю. Я заканчиваю свою стрельбу на хвосте, да, и с переходом на правое крыло. Вот. Именно на хвосте, потому что я всегда стараюсь отстрелить киль противнику. Дело в том, что киль отвечает за путевую устойчивость самолета. И если вы его срежете, а я его срезал, вот сейчас он отлетит, то самолет теряет устойчивость и сваливается в штопор. Давайте теперь рассмотрим еще один заход, который будет выполнен на штуку. Смотрите, штука идет довольно-таки низко. Мне нужно спуститься, занять позицию. Спуск будет на... Атака будет происходить опять на 20-30 градусах примерно. Также заходим сбоку. И надо стрелять по штуке, начинать от основания крыла. Там находятся баки. Также я стараюсь стрелять от основания крыла через кабину и на следующее крыло переход. Также стрельба должна проходить через киль. Смотрите, вот атака. Киль срезан. Очень мало было попаданий, скорость огромная, не смог немного взять нормальное упреждение, но киль все равно срезан и противник падает. Я вам покажу несколько видео, потому что я сторонник того, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я сам учился истребительному делу через другие треки хороших пилотов, поэтому хочу, чтобы вы видели, как это делается, и понимали. Может быть, что-то вы не понимаете, что я говорю, но по видео вы поймете, что и как нужно делать. Так, а вот теперь будет архив, сразу можно отключить. Над ним, что ли, пролетаешь? Не-не, захожу сбоку на него. Я дублирую сам. Здорово. Красавчик. А теперь давайте я вам покажу, как неправильно и как не нужно, нельзя атаковать штурмовики и бомбардировщики противника. Вот я пикирую на ИЛА, пикирую полого и на огромной скорости и захожу чисто с 6
под маленьким углом. То есть получается, что для стрелка я лечу на одном месте, и мой самолет у него просто увеличивается, и в меня очень легко попасть. Что он и сделал. Двигатель мне повредил. Все, я уже не боец. Можно идти домой и падать. Поэтому такую атаку старайтесь не выполнять. И лучше делать заход под углом. А сейчас я вам покажу, какая опасная ситуация возникает после того, как вы заходите по прямой. Как нельзя делать. То есть, смотрите, вы заходите по прямой, да, спускаетесь на ИЛА по прямой линии. И когда вы после атаки проходите ИЛА, да, вы попадаете в опасную ситуацию. То есть ИЛ сделает небольшой маневр уклонения, видите, делает, опускает нос, и вот вы находитесь под его атакой. Вот, это очень опасно. Поэтому такие атаки, заходы по прямой линии делать нельзя. Нужно заходить под углом. Потому что когда вы заходите под углом, ваш самолет после атаки уходит вправо, например, да, или влево. Вот. А когда вы заходите под прямым углом, это очень опасно. Поэтому старайтесь делать заходы всегда под углом, влево или вправо. И если вы попали в такую опасную ситуацию, то, конечно же, нужно делать маневр уклонения, чтобы не дать Ил-2 точно по вам стрельнуть. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока.